Привет, друзья, это Юрий Тиктокмер, и наверняка вы догадались, что в июне, если это G-Shock MTG, то это новые G-Shock MTG. Давайте скорее посмотрим. Скажу, что я часы уже посмотрел, конечно, не удержался, и скажу, что они мне понравились, действительно классная вещь. Тут бумажки, разные инструкции, и часы находятся вот здесь. Вот, я думаю, вам видно, они действительно красивые. Хорошая модель, забегая вперед, вы что я вам скажу. И, кстати, кто не в курсе, предыдущая серия MTG S1000, они сняты с производства, поэтому, если нравится именно эта серия вам, то скорее покупайте, иначе потом просто нигде не найдете эти часы. Итак, друзья, перед вами новая модель Casio G-Shock MTG B1001AGF. 90 тысяч японских йен. На старте продаж стоит они немного дороже, здесь в районе 50 тысяч рублей. А должны стоить немного подешевле, 1000 на 3, ну хотя бы как минимум. Итак, краткие характеристики этих часов. Стальной корпус, каучуковый ремешок, новый Bluetooth механизм для связи со смартфоном. А теперь рассмотрим все поподробнее. Давайте начнем с внешнего вида. Стальной корпус с пластиковой, такой скажем, подложкой. Это определенная ударопрочная структура, она здесь новая. Снова все улучшили, снова все сделали получше, чем в предыдущих моделях. Как всегда, все новое выходит, естественно, с лучшими характеристиками. В чем конкретно эта улучшенность, непонятно, поскольку в G-Shock, в принципе, всегда были неубиваемы, но здесь их сделали еще более неубиваемыми. Матовый такой сатинированный корпус и очень мало глянцевых вставок. Вы видите прекрасно, кнопки также сатинированные с небольшими глянцевыми участками. Вот тут тоже глянец. Ремешок здесь каучуковый, очень мягкий, очень приятный на ощупь. Действительно, прям такой. Знаете, я бы носил, хотя я ремни не очень-то люблю на самом деле. Значит, застежка стальная и тренчик также стальной. Все в духе хороших часов Casio. Все на уровне находится. Задняя крышка стальная, на болтах, особо без изысков. Служебная информация, куча всего, протоколы Bluetooth и так далее и тому подобное. Крепление ремешка к корпусу, оно не совсем жесткое. Смотрите, небольшой есть люфт. То есть в зависимости от ширины руки, часы, скажем так, подстраиваются непосредственно под вас, под владельца часов. Что касается механизма, новый механизм здесь, модуль 5544. Это Bluetooth для связи со смартфоном. Непосредственно связь со смартфоном дает нам что? Дает возможность настроить основные показатели часов. Например, настроить вот это мировое время, настроить основное время, будильник включить, либо выключить именно непосредственно из телефона, также настроить время, и настроить таймер, и посмотреть ряд функций, например, зарядка телефона, либо обновление данных в других городах, временные, часовые пояса и так далее. Я в конце видео покажу вкратце, как это все работает. Также этот механизм имеет Multiband 6, и этим они не отличаются, например, от старичка S1000D, черных и красных, напомню, были красные подложки на стальном корпусе. По цене часы стали, скажем так, чуть-чуть дешевле на 10 тысяч японских йен, но они идут на ремешке, не на браслете. Других отличий от предыдущей модели по сути нет. Также сапфир, правда, здесь он выпуклый и очень, кстати, красиво смотрится, добавляет дороговизны часам 100%. Сапфир выпуклый, выглядит он очень круто. Так вот, если сравнивать модель S1000 и вот эти B1000, то по сути разницы между ними, ну, можно сказать, никакой нет. Также Solar, также Multiband 6, также вечный календарь, но здесь появился Bluetooth, и вы можете легко управлять всеми настройками часов через телефон. Сейчас так модно, сейчас без Bluetooth никуда, можно так сказать. Напомню, что механизм предлагает нам индикацию даты между 4 и 5 часами на черном фоне, 24 на 9 часах. Дополнительный циферблат, указатель дня недели. Чуть ниже дня недели в этом же циферблате указатель запаса заряда. И справа вы можете видеть секундомер, таймер, будильник, летнее, зимнее время, либо автомат. Как посмотреть указатель запаса хода? Для этого нужно переключиться между функциями. Сейчас мы с вами включили секундомер. И посмотрим, давайте, как он работает. Нажимаем на правую, запускаем. Останавливаем, сбрасываем. Секундомер измеряет 1 секунду, и всего на 24 часа его можно запустить.
Таймер измеряет 1 минуту, 24 часа, шаг 1 секунда. То есть минимум 1 минуту, максимум 24 часа и 1 секунда. Обратный отчет просто пошел и все. Как только он дойдет, то сразу же мы с вами услышим звуковой сигнал. На нижнем циферблате написано, что таймер у нас стоит на 10 минут. Мы его остановили и сбросили. И следующая настройка будильника. Здесь все просто. Сейчас будильник, скажем так, деактивирован, показывает нули. Здесь, посмотрите, on-off должно быть видно. On-off, то есть off, естественно, выключено, on включено. Правая верхняя кнопка, нет, правая нижняя кнопка включает-выключает будильник. Выдвигаем заводную головку на второй щелчок и настраиваем вот это время будильника. И смотрите, сейчас часы покажут заряд энергии. Прокрутится, выставит основные показатели время и стрелочка вернется на день недели, сегодня воскресенье. И заканчивая про функционал, отмечу, что здесь есть функция сохранения энергии, то есть часы в темноте стрелки останавливают и экономят заряд энергии. Мировое время вы видите на внешнем безеле, таком внешнем внутреннем, так его назовем, оно за стеклом, но перед основным большим безелем стальным. Это часовые пояса, всего можно выбрать 27 городов, 39 часовых поясов через часы. Если вы используете смартфон, то 300 городов в вашем распоряжении доступно. По габаритам часы вышли достаточно небольшого размера, они меньше, чем S1000, и уже хорошо сидят на моей руке. Фотку покажу. Смотрите, само стекло 32 мм, безель 44, полностью заводной головкой 52 мм, высота часов 60 мм и толщина 14,4 мм. При этом безель сапфировое стекло закрывает, оно не выпирает и оно защищено. Вес часов 123 грамма. Краткие итоги будем подводить. Часы мне понравились, выглядят они классно, на руке сидят отлично. Размер замечательный, функционал супер. По-моему, в них есть все, что нужно для, скажем так, ежедневного использования. Носите, одевайте, часы действительно классные. И в руках они ощущаются как премиальная дорогая модель. Также вышли черные, чуть позже будет небольшое такое видео по ним, буквально через 2-3 дня. И скажу, что эти часы соединяются со смартфоном через программу G-Shock Connected. Сейчас вы увидите полностью, как все это работает, а я с вами попрощаюсь. Пожелаю всем замечательного, доброго, хорошего настроения. Будьте позитивны, жаркого вам лета и носите хорошие часы. Всем пока!